Вечеринка! Давай. Давай, удачи. Давай, удачи. Сегодня у нас необычный выпуск. Вечеринку устраивает Антон Шастун. За что? Я готов, наконец-то! Наконец-то! А давайте правда, вот приколы приколами, иди вечеринку устрой. Я? Да, слушайте, если честно, я это сказал, чтобы позлить Арсения. Но раз все хотят, Шастун устраивает вечеринку. Я никогда... Я никого не угадаю. Никогда. Вообще никогда. Смотри, что произойдет. Мы загадаем ребятам персонажей. Антон в это время будет в наушниках, ничего не будет знать, но он их должен досконально, вот прям слово в слово угадать, как мы их загадаем. Пойдем туда к ребятам. Шастун, удачи. А ну-ка, лох, лох. У меня музыки нет еще. Все так и должно было быть. Какая-нибудь самая маленькая роль. Придумать можем. Вот представь в кино. Давайте придумаем. Любая самая маленькая роль. Человек за углом. Человек за углом? Да. Который выглядывает и заглядывает обратно. Да, да. Так вот ты, девушка, которая переспала со всей съемочной группой за эту роль. Договор. Твой сериальный муж, как его можно описать тремя словами? Любит поесть. Ну, не поесть, а пожрать. Прям. Пожрать, пожрать, да. Прям любит. Пока все подходит. Пока такое вот. Вот. Любит очень наши игры ролевые. Игры героев, в смысле. Сексуально озабоченные. Сексуально озабоченные. В хорошем смысле. Очень хорошем смысле озабоченные. Давай придумаем, как его будут звать. Сериал называется «Ашот и Тамара». «Ашот и Тамара». Персонаж из кавказской версии сериала «Саша и Таня». Дальше. Любую принцессу какую-нибудь. Жасмин. Фиона. Это Аладдин. Из Аладдина, да. Да, Жасмин из Аладдина. И да. Все? Ты... Жасмин, муж который, ну не муж, Аладдин, забыл о 20-летии вашей совместной жизни. 20-летнюю годовщину, вот так. Аладдин забыл 20-летнюю годовщину, а ты, Жасмин. Ребята, угадывает Антон Шастун, увидимся завтра. Купил пластинку, можно устроить настоящую вечеринку! Моя первая вечеринка! Боже мой, как я волнуюсь! Моя первая вечеринка, как же я волнуюсь! Так, пиво, чипсы, торт с сюрпризом. Все, мы все подготовили. Все. Когда же уже придут? Когда придут гости? Антон. Потому что уже... Антон. Вроде к 8 звал, никого нет. Антон. Да. Да, да. Я здесь. Антон. Привет. Ты... Привет. Это ты уже в моей квартире или ты... Твоей. В моей? Ты что на лоджии делаешь? Я не выйду. Если я ради этого столько всего прошла, я представляю, что надо сделать, чтобы с вами потусоваться. Я буду тут. Ну прям, ну всю тусовку на лоджии будешь, ну... Да. Ну ты там аккуратно... Ты смотри, в целом там тоже много занятий. Смотри, там у меня санки старые, лыжи, помидоры, огурцы. Ой, вот не надо, мне так и говорили. А потом выглянула, заглянула и добрый вечер. Много занятий. Ага. Возможно, тебе сейчас покажется, что я абсолютно бестактный человек. Абсолютно. Но ты шлюха, Настя. Ой.
второй человек. Добрый день! О, здравствуйте! Я без Тамары пришел. Ашот, кстати. Ашот? Да. Просто у нас сегодня ночью такие были шпили-вили, понял? Ага. Я рыцарь на коне, да, она пыль подо мной, понял? Ауф, там такое было! Да я тебе говорю. Это очень странная ролевая вот то, игра. Что, вот то, что вы смотрите, это, да, ну, типа, у вас здесь ТНТ, ШМНТ, да, это все такое. Детский лепит, понял? Ашот! Я похозяйничивнею, правильно, да? Похозяйничивайте, похозяйничивайте. Здравствуйте. Мойка транспортных средств так дорого. У вас есть пылесос? Дайте пылесос! Ой, вам какой? У меня есть и робот-пылесос. Дайте вот любой пылесос. Робот-пылесос могу дать. Вася! Пожалуйста. Ты можешь видеть мое лицо. Знаешь, что интересно? Что? Я кого-нибудь простите? Сегодня либо убью, ага, либо с кем-нибудь изменю, чтобы его наказать. Не трогай стойте, меня! Стойте, я просто показать вам, что робот-пылесос, он, ну не надо махать им, понимаете? Он просто ставится и хорошо, поехал. Хорошо, хорошо. Да. Извините, Ашот, да, если я не ошибаюсь, вы с Тамарой ходите парой? Мы там как бы не то, что ходим, живем, да? Живете. Вместе, угу, душа в душу. Каждый день нас показывают. Показывают? Ой. Антон! Вы Антон! Там... Ладно, простите, общайтесь. Уф, пока. Настюш! Я ваш тут. Антон. Настюша! Антон. Хотя! Настюш! Я спрыгнула с третьего этажа и залезла в другой. Антон. Настя, ты на внешнем блоке кондиционера стоишь? Ты как? Я... Можно мне вот этого черненького на пару слов? На пару слов? Ашот. Вас зовут на пару слов. Это у вас что? Светильник? Да. Ужас. Ужас. Дайте поговорить с женщиной. А ты за эту роль что сделал? Ничего. Просто я существую. И 8 лет снимаешься? 8-9 я не считаю. А пойдем к нам? Пойдем. Пойдем, это слишком... пойдем, красавица! Я тебе... Я прям вот, ну, полноценно быть! Давай, да. Столько лет, наверное, уже не работает. А, слушайте, так, теперь... Привет. Теперь... Ой, ты, конечно, рисковаешь! Меня просто только так узнают. Ага. Теперь, значит, сказать, кто вы все, правильно? Ладно, вы... Ну, Ашот, я вас сразу узнал. Вы же явно невероятная, какая-то просто фантастическая звезда краснодарского порно. Это вы? Какой порно? Ашот Тамара, не знаете вы? Ладно, вы так смотрите. Эй, хозяин стрёмной вечеринки. А еще Ашот Тамара слитно написано. Ашот Тамара. Ашот Тамара. Это... Ашот Тамара. Это какой-то театр, который называется Ашот Тамара. Какой театр? Ну, человек снимается 8 лет. Сериал. Сериал, как Саша Таня, только Ашот Тамара. Я не безнадежен. Да, да. А кто я? А кто я тогда? Вы персонаж кавказской адаптации сериала «Саша Таня». Да, я хавчика захвачу. До свидания. Спасибо, что пришли, было классно. Настюш, да, с вами чуть позже, пожалуйста. Здорово! Давай сделаем с тобой селфи, чтобы он видел и приревновал. А, ну да. Встал на колени. Все, на колени, встаньте на колено. Не буду я вставать. Почему? Мне султан не указ. Я гражданка Российской Федерации. В натуре. Сидит она тут.
Слушай, ты, у меня уже, ну, пивасик закончился. Ты принцесса Жасмин? Да. И самое главное, даже Джафар мне сегодня позвонил и 20 минут в трубку дышал. Подожди, ты принцесса Жасмин, а почему ты с джином мутишь? Я всегда здесь. Купил синюю краску? Кальян тоже захватил. Давай сделаем фотку, отошлем ему, пусть козлина видит. Спасибо. Тебе изменил Аладдин! Он не изменил! Я не хотел говорить! Давай я по-женски с ней поговорю. По-женски? По-женски. Поговори по-женски. Я среди баб вообще что-то просто голову все забил. Он забыл! Я понимаю. Ты что, не смотришь? Он забыл! Я понимаю. Ну, слушай, он же забегал. Но он мог забегать. А может, он на вечер сюрприз оставил? Может быть, на вечер. Аладдин забыл, что ты у вас сегодня годовщина. Если ты сейчас не скажешь, какая, я тебя убью. Вот мой кинжал. Сколько у тебя там женщин? 20? Ну, братан, помогай, как можешь. Аладдин, ты принцесса Жасмин, у которой Аладдин забыл, что у вас с ним... Я сформулирую, тихо! Аладдин забыл, что у вас с ним годовщина 20-летия совместной жизни. Может, правда вечером поздравят? А теперь можем ехать домой, потому что... Я просто очень люблю искусство. Вы любите искусство? Это потрясающе, я тоже люблю искусство. Скажите, вам что больше нравится? Вы режиссер? А? Вы режиссер? Да. Нет, стойте, нет. Я тогда не режиссер. Давайте выпьем. Оператор. Давай. Да. Нет, стойте. Тогда не оператор. Я не имею... Человек, который разносит еду актерам. Ну, работал, да, было. Да ведь вы настолько? Ну куда? Ага, вы переспали со всей съемочной группой. Вы переспали со всей съемочной группой. Ну давайте попробуем эту сцену еще раз порепетировать. Давайте, вот конечно. Вы как будто режиссер. Я режиссер. Все, вы да. Режиссер? Я режиссер. Мотор. Мотор! Попкорна не хватает. Ну как? Анастасия, вы что, переспали со всей съемочной группой, чтобы вас показали полсекунды? Да ладно вам разочаровываться! Ой! Шастун, угол имеет значение. Угол! Угол, сколько угол равен? 90 градусов, прямой угол. Последний дубль. Какой последний дубль? Давайте, последний. Хорошо, давайте попробуем последний дубль. Сцена 1, дубль 3, мотор. Выглядываете. Вы выглянули. Не имеет значения глагол. Более того, его там нет. Его там нет? А вы знаете, какой у нас над домом рекламный щит повесили? Хотите посмотреть? Нет. Я знаю, что на этом щите глагол в какой-то момент. Я точно помню, когда мне пришли деньги на телефон, там было написано «За роль человека, который выглядывал». А дальше уже, ну, все как есть. Секунда. Жасмин просто затрахает. Да, спасибо, подруга. Да, привет. Слушай, я вот подумала. Ведь... Вот когда меня нанимали на эту роль, ага. Был базар, что я выглядываю оттуда. Ага. Иначе какой смысл в нем сниматься? Настя! Да дело в том, что тебя не просто... То есть я правильно понимаю, что в этом фильме меня попросту нет. Точнее, я как бы там есть... Но это ни черта никто не видит. Зато это чувствуется, поверь нам. Мы с Ашотом смотрим фильм до дыр. То есть, по сути, это как сыграть человека в другой стране.
Идет фильм в России, но где-то в Испании есть какой-то актер. Так, а или, нас... допустим, человек за стеной. Правильно. Анастасия. Ладно, Антон, вы тоже меня простите. По-хорошему, да. Я вообще не должна была здесь появляться. Судя по вывеске на вашем подъезде. Ага. Так, скажите, Анастасия, вы переспали со всей съемочной группой, чтобы получить роль человека за углом? Хорош! Шаст! Респект! Коллега, браво! Антон, на секунду. Ты красавчик. Один последний элемент. Браво! Спустя 2 года реалити-шоу про любовь снова на ТНТ. Просто вау! Но только в другом формате. Кого-нибудь здесь хочешь ударить на проекте? Неприятные вопросы. 2 ведущие. Любовь – это игра. 11 участников. Столько женщин, я не могу выбрать. 1 шикарная вилла. Добро пожаловать на край света. И призовой фонд, который увеличивается на испытаниях, а уменьшается, если кто-то обманывает. Это ложь, вы лжете мне. А как же мои чувства? Влюбись, если сможешь. С 10 октября в 10 вечера. Здесь выживут только влюбленные. Премьера на ТНТ.